По итогам предыдущих выпусков полуфиналистами стали оренбургская компания «Атлас Кофе» с проектом «От зерна до чашки» и «Новые технологии», производитель алюминиевой упаковки из Орска. На этой неделе в борьбу вступает третья пятерка команд – крестьянско-фермерское хозяйство «Фризен» из Новотроицка, компания «Супериор» с проектом социального пенсионата, конструктор сайтов «Сайтер.io», агентство детских праздников «Фабрика радости» с проектом «Мультишоу», а также компания «Аварком». Настроение отличное, решительное, буду всех покорять. Оценивать выступления участников будут генеральный директор группы компаний «Базис Групп» Владимир Колесников, генеральный директор инвестиционной строительной компании «Стройтехсервис» Александр Трубников, генеральный директор селекционно-гибридного центра «Вишневский» Виктор Железнов и доктор экономических наук Жанна Ермакова. Сегодняшние конкурсанты абсолютно все самодостаточные. Они все начинали с нуля и надеялись только на себя. И вот этот предпринимательский риск они, тем не менее, преодолели. В этом выпуске вы узнаете, кто из участников пришел на съемочную площадку с охраной и чьей продукцией заинтересовались эксперты. Смотрите «Бизнес-класс» 1 сентября в эфире телеканалов ТНТ «Регион», ТНТ «Орск» и СТВ «Бузулук». 2 сентября на телеканале ОРТ «Планета».